Good morning. What's up? Good morning. Another day here in the lab. I'm so happy today. Here is Dimitrios. Hola, друзья. Едем смотреть апарты. Я в курточке. So nice outfit. Город вечной весны. You're like in Russia now. You're like in Russia now. I'm like in Paris now. Иногда, когда еду на байке, я даже забываю, что я там был в Вьетнаме или вчера вечером особенно. Иногда даже когда учту в Москве весной. It's sunny today, but it's still cold. Flowers. Let's go. I love the smell of the flowers. It smells so good. Свежо, хорошо. Дават расположен, кстати, где-то на 1400 чем-то метров над уровнем моря. Поэтому здесь такая погода. Come on, vamonos! Everybody, let's go! The common kitchen. Peach. В общем, сейчас такой деревянный дом посмотрели, прикольный. Вот такой милый-милый, там такие все дружные, сидят, кушают, там вьетнамцы. И это похоже даже на какой-то фильм, типа про какое-нибудь сообщество, которое там все оказались. Не знаю, в секте какой-то или еще что-то. Кого-то все так выглядит слишком мило, а потому что это оказалось... Ну, это понятно, не так просто. Прикольно. 1,5 миллиона в неделю стоит. И завтраки у нее, там есть ужины. И общая кухня такая. Вот. Ну, будем смотреть еще что-нибудь. Ну, так. Далековато еще, конечно, мы смотрим. Right, so we will have our breakfast here. You really always... Горячий чай. Let's try. It's green. А, понасыщеннее такой аромат зеленого чая, чем дананный. Вместо обычного банми нам подали вот такой суп какой-то, хлеб, и мы не знаем, в принципе, как это есть, но, наверное, типа, просто хлеб с этим супом. You just eat like this. Eat and then... Okay, let's eat. It's like for winter. Try. Yeah, I like this. So this is our hot coffee. Или такой творческой выглядит, прям вживаясь в роль Парижа. Я здесь прочитал, кстати, что в этом городе, типа, объединение всех творческих людей, типа, все сюда едут. Ну и вообще, у кого есть возможность, у вьетнамцев, они, естественно, сюда поедут жить, потому что здесь прохладнее, учитывая, как они не любят жару и солнце боятся, и многие богатые, или у кого есть просто возможность, едут сюда. Творческие люди. Вот. Город считается самым романтичным во Вьетнаме. Город любви, цветов вечной весны и так далее. В общем, да. Воздух, да, супер просто. Ну, считай, несколько лет я уже не испытывал такой температуры, воздуха такого свежего. Почти 2 года уже прожил на Филиппинах, во Вьетнаме. Вот. Поели. Горячий кофе пьем тоже первый раз. В округе должно быть очень много красивых мест, которые скоро будем разведывать.
сейчас пока как найдем, где жить. It's peanuts also. Все, я думаю, мы нашли место, нам понравилось здесь. Все. В кухне, главное, есть большое пространство для наших вещей. Вот. Магазинчик даже какой-то, напиток, кофе у них внутри. Да, горол продается, фасоль. And we'll drink coffee every day. Кофе. And tea. Еда здесь есть сильная. Такой простой район, я думаю, недорогой тоже. Welcome to our new home in the land. Приветик. Вот это хозяин дома. Синчао. Давай. Да, да, да. Follow me. Can play. You can cook. Cook. We can play here. And kitchen. I can cook here. Let the home like that. I like that. I wanna play like that. Дима. Слава. Ребят, смотрите, да. Вот там очень три. Three available rooms. Computer. Так, и это за 4.5. Ну тут даже второй этаж есть комната за 4.5 миллиона. Да, собственно, нам здесь очень понравилось. И район спокойный, и приятно здесь находиться, и комнаты. Ну, кухня общая, но с теннисным этим столом, все дела. Комната огромная. И всего, ну, в месяц очень дешево, да, 4.5 миллиона или 3 за маленькую комнату. Это круто. Ну, мы так, как и пообещали той женщине, что где бобы продают. Поэтому мы там сейчас побудем пару дней. Эти комнаты все равно свободные. И потом, может, переедем сюда. Do you know what I like here very much? Dog? Yeah. Для любимой. Cool. А, теннис. Да, наверное, нравится теннис. Ну, еще здесь Джалиби. И город недалеко. And yeah, Jollibee is near, but I don't like Jollibee in Vietnam anymore. Ну, город рядом, парк, все недалеко. И собак много, их маленьких. И русские ребята здесь живут. Пара. Ha, you're eating rice? Old rice? Poor. You don't have food. Все, сдали байк, сейчас поедем на такси домой и будем переезжать туда, где бобы. И там получим мы байк потом. Туда нам привезут. Механику будем обучаться. Не знаю, как я буду ездить сначала. Ну, попробуем как-нибудь. После обеда тут, как обычно, к обеду облачно становится. Сейчас, наверное, дождички будут такие проходить мелкие. Но вроде сильных ливней нет. Такие кратковременные просто дожди. Синьчао. Все, мы поехали переезжать снова в новые апартаменты. Готовы. Вызвали такси.
Здесь проблематично такси, опять не можешь найти. Не так много граб такси. С первого раза никогда не получается найти машину. Нужно несколько раз нажимать. Особенно здесь, в этом районе, так далеко. Так, теперь главное дотащить эти все чемоданы опять со второго этажа. Потом опять на второй этаж. We have so many things. 20 minutes? Yeah, 15-20 minutes. We call grab now. Все, вот мы и здесь, в наших новых апартаментах. Может, и тут останемся. В принципе, нам здесь нравится. Здесь есть кухня, огромное пространство. Нагли уже готовы ко сну. Такие же одеяла, как у нас были. Хуким апартаменты. Вот, полочка, диван, столик. Все есть, и там идет ливень сейчас за окном огромный. Прям соскучились уже по такой погоде. Круто. Все, байк арендовали, будем. Осталось научиться на нем ездить. Они меня врасплох немного заставили, когда сказали, ну, загони его теперь в гараж. Типа, можешь загнать его в гараж, говорят. Я такой, а, и там еще такой склон. Я фиг знаю. Ну, вроде получилось кое-как. Такое криво-косо. Я сказал, что мне надо просто привыкнуть. Вот, привыкнем. Нави говорит, что это... Для пожилых, байк для пожилых, что я буду так пожилой выглядеть на этом байке. А мне наоборот нравятся такие с круглыми парами, типа классика. Дождь идет, в принципе, куда идти. Мне нравится, что здесь везде, обычно проблема вот с этим, везде есть розетки. Тут, там, здесь, здесь. Просто я немного розеточный маньяк, потому что... Надо много техники заряжать. Ну, видок, конечно, такой. Учитывая, что мы на третьем этаже находимся, странно видеть здесь землю. Типа, возвышенность такая. We will find food for lunch now. You ready? Let's go, guys. А что мне еще нравится в этих апартаментах, что здесь все новое. И... Ну, никто не пользовался этой кроватью, посудой, вот все в упаковке еще. Это мелочи, а приятные. Пойдемте есть. Seaweed raw milk. Какао. Какао, do you have какао? I'm gonna wear braces. Йо-йо-йо. И шлемы. Ну, Нави говорит, у него дед такой водил. А мне нравится. И как у Вани на бате тоже такое. Только Honda или Yamaha. Столько штук здесь продается в апартамент. Всяких чаев, приправ каких-то. Горох, фасоль. Соло. I like this. I miss the rain. Да, соскучились уже по такой погоде. Блять, It's everything for you. Атмосфера такая, как дождь, гроза, гром. Суп. Лумпия. Лумпия in Philippines.
картошку, баклажаны, зелень, рыба. Поехали. Поехали. Да, поехали. К нам, нашим новым товарищам, которые здесь живут. Не знаю, буду ли я там снимать. Главное доехать еще на этом байке. Ладно, попробуем. Поехали. You know what, guys? I'm a bit scared now, because Dima is going to drive this manual bike, and it's his first time, or second time, from the practice, first time now. I'm scared. Please, be careful. Maybe you don't know. I already forgot. Don't crash on that car, huh? My God, I'm so scared. Please, don't crash on that car. Help me, Ma. I'm already scared now. В общем, еле доехали, короче, с горем пополам. Прям очень было волнующе. Но сижу и за руль, как будто все прям против меня начало. Там один сюда выезжает, туда перетекать начинают все вдруг. Останавливаться передо мной, блин. Ну, наверное, просто когда на скутере едешь, на такие вещи внимания не обращаешь. А здесь начинаешь это раздражаться постоянно, типа, все против себя. В принципе, все нормально, кроме старта, да, старт надо привыкнуть, как делать. Так все более-менее ясно, понятно. Ну и тормозит что-то он резко. Передний тормоз очень чувствительный, и он прям колесо прям встает, и он проскальзывает аж. Так. At least you didn't get into an accident. We just arrived home from our new friend's place. We ate dinner there, and now we're gonna go watch a movie and enjoy the rest of the night. Sleep. So soft blanket.